пошире или оценили ваш сейчас в следующем стенальном отделении. Посмотрите, там уже все пришли, они стыдились. Начнем награждение с категории «Милонга». Награждение проведет одна. Коллеги, дорогие участники, у нас произошла техническая неполадка, у нас дипломы плохо распечатались, поэтому мы вам выдадим такие, какие распечатались, с наклеенными бумажками, а потом можно будет заменить на хорошие, когда принтер починится. Начнем сразу с третьей пары. Бронзовые призеры в категории «Милонга». Пара под номером 22. Руслан Тахиров, Наталья Белоусова. Серебряные призеры в категории «Милонга». Станислав Фурсов, Ольга Тарган, пара номер 17. Победители в категории «Милонга» пара номер 21 Дмитрий Нестеров и Екатерина Тимошенко. Переходим к награждению в категории «Танго-вальс». Награждать будет Александр. Начнем с третьего места. Третье место, бронзовые призеры, пара номер 21, Дмитрий Нестеров, Екатерина Ключникова. Второе место, пара номер 35, Максим Герасимов, Татьяна Ким. И наши золотые медалисты категории «Танго-вальс». Пара номер 22, Руслан Тахиров, Наталья Белоусова. И, наконец, категория «Танго для танцпола». Награждение проведет Наталья Атипаева. И наши бронзовые призеры. Пара номер 35, Максим Герасимов, Татьяна Ким.
и серебряные медалисты в категории танго для танцпола. Пара номер 15. Михаил Чудин и Эльвира Кашкарова. Танго для танцпола, пара номер 22, Руслан Тахиров, Наталья Белоусова. Приглашаем всех участников на мелонгу, и всех зрителей тоже приглашаем на мелонгу. Для всех участников вход на мелонгу сегодня бесплатный. Пожалуйста.